С наступлением настоящей осени в Одессе стартовал отопительный сезон. 9 из 11 газовых котельных уже подают тепло в дома одесситов. Также работают угольные котельные. Многострадальная ТЭЦ с 3 ноября начнет отопление центра города. Началось подключение объектов социальной инфраструктуры – школ, детсадов и больниц города. На сегодняшний день 64 школы, 64 детских сада и 83 медицинских учреждения уже подключены к системе центрального отопления. Если вы знаете, что газовая котельная в вашем районе уже подключена и подает тепло, но в ваших домах по-прежнему холодно, большая просьба обратиться в ЖКС или в ОСМД, которая обслуживает ваш дом, с просьбой открыть вентиль и пустить тепло в ваш дом. Репортер планирует реагировать на проблемы одесских микрорайонов в отопительный сезон. Как показывает практика, даже не самые суровые зимы без проблем и конфликтов с перекрытием дорог осенний-весенний период не обходится.